В Актау прошел турнир по смешанным боям. Перед выступлением профессиональных палуанов на татами вышли воспитанники военно-патриотических клубов. Ребята продемонстрировали свое умение обращаться с оружием, строевую подготовку и специальные навыки. Такими мероприятиями, признались организаторы, они хотят привлечь молодежь к военно-патриотическому воспитанию. Наших молодых людей именно направить на военно-патриотическое воспитание молодежи, чтобы поднять имидж защитника Отечества, чтобы все видели и знали, что не только действующие военнослужащие могут выполнять строевой прием с оружием, с автоматом, а также и наши воспитанники клуба.